Всем привет! Добро пожаловать на канал! С вами Оксана, и в сегодняшнем видео я буду шить конверт-трансформер. Для этого мне понадобится ткань, утеплитель, две разъемные молнии, одна длиной 55 см, другая 20 см, косая бейка, резинка, ножницы, иголки и карандаш. Так как конверт я буду шить размером 80 на 80, то мне необходимо вырезать три детали из ткани и утеплителя размером 83 сантиметра на 83. Одну часть конверта я буду простегивать. Для этого мне необходимо сделать рисунок на ткани, по которому я буду простегивать ткань с утеплителем. Для этого я буду заглаживать линии, по которым буду сшивать утеплитель вместе с хлопком. Также можно эти линии нарисовать мелом. Вот такой у меня получился рисунок, и теперь я скалю утеплитель вместе с тканью. Я скалываю по краю и вдоль линии, по которой буду сшивать. Сначала я буду сшивать по двум самым длинным линиям, а затем по очереди по всем остальным. Сначала скалываю вдоль линии, а затем сшиваю на швейной машине. Я уже прошила утеплитель вместе с хлопком и теперь еще сошью одеяло по краю, отступая от края 0,5 см. Также с краю обрезаю весь лишний утеплитель. Теперь мне необходимо вырезать карман. Для этого я буду вырезать две детали размером 30 см в высоту и 42 см в ширину. Для того, чтобы резинка не стягивала ткань, на которой будет пришит карман, мне необходимо сделать вот так. От верхней линии кармана я отступаю вниз 3 сантиметра и добавляю еще по 3 сантиметра с каждой из сторон. Затем соединяю эти линии. Должно получиться вот так, как на рисунке. Вот такие у меня получились две детали, и теперь я их сошью сверху. Теперь мне необходимо сделать кулиску, в которую я буду продевать резинку. Так как резинка у меня широкая, мне необходимо сделать ее размером где-то 2,5 сантиметра. Я отступаю 2,5 сантиметра сверху и прокладываю строчку. Размер резинки мне необходим 38-40 сантиметров. Теперь я могу вставить резинку, закрепив ее по бокам.
Теперь сшиваю карман с обеих сторон. И также с двух сторон пришиваю косую бейку. Вот такой получился у меня карман. Теперь я могу пришить карман ткани. Сначала нахожу середину ткани и середину кармана. Прикалываю его иголками, чтобы он лежал ровно на ткани. Сшиваю сначала внизу по краю, а затем по бокам. Две половинки конверта у меня уже готовы, и теперь я могу вшить молнию. Сначала я вшиваю длинную молнию, отступив снизу 1,5 сантиметра. Отступив снизу конверта 1,5 сантиметра, прикалываю нашу молнию, застегиваю, проверяю, чтобы она лежала ровно, и пришиваю ее. Теперь я могу пришить молнию вверху. Нахожу середину конверта на ткани. Отступаю от этой точки 2 сантиметра в одну сторону и 2 сантиметра в другую сторону. Прикалываю молнию и пришиваю ее. Молнию можно вшить как разъемную, так и неразъемную. Разъемную молнию можно расстегнуть до конца, и одеяло будет лежать ровно. Неразъемная молния не расстегнется до конца, но ее можно будет регулировать в процессе носки конверта.
Молнии пришиты, и теперь я могу шить две половинки конверта. Буду шивать по краю, отступая от края 1 сантиметр. Внизу возле кармана оставляю отверстие незашитым размером 10-15 сантиметров, для того чтобы потом вывернуть конверт на лицевую сторону. Я уже шила полностью конверт, теперь обрезаю уголки и выворачиваю его на лицевую сторону. Скалываю незашитое отверстие иголками и прошиваю на швейной машине. Теперь я еще сделаю отстрочку по краю на ширину лапки. И наш конверт готов. Вот такой у меня получился конверт. Я надеюсь, что это видео вам будет полезным. Если вы еще не подписались на канал, то обязательно подписывайтесь. Ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. И на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока.